Сезон укусов клещей уже открыт, но в парке Роев ручей к нему подготовились заранее. Так что по территории парка можно спокойно гулять и не волноваться за свое здоровье. В последнее время все чаще встречаются случаи укусов клещей. Причем некоторые сталкиваются с этим не только в лесу или в парке, но и в центре города. Сотрудники парка Роев ручей активно начали подготовку к летнему сезону. Ведь вопрос безопасности посетителей стоит на первом месте. Поэтому к обработке территории от клещей здесь приступили, как только сошел снег. Вначале в сезон очистили от мусора и прошлогодней травы. После, в течение 2 недель, весь периметр, аллеи, парковку и даже автобусную остановку обрабатывали специальной смесью. Она безвредна для людей и животных. Но чтобы обитатели парка не надышались парами, на время обработки их держали в домиках. Повторная процедура будет проведена в мае. Сотрудники парка каждый год прибегают к таким мерам по борьбе с клещами. Обработка всей территории обязательно проводится каждый месяц на протяжении весенне-летнего периода. Организуют ее своими силами, используя только современные и проверенные средства. Тем не менее, не стоит терять бдительности, ведь вокруг парка тоже находится много лесов, и территория там не всегда обрабатывается. Если же вы обнаружили на себе клеща, важно его правильно снять. Лучше всего по возможности обратиться в травмпункт, а если удалось извлечь насекомое самостоятельно, то нужно положить его во влажную среду и отдать на исследование.